Всем доброго дня. Еду я, значит, еду на Дмитровку. Нужно было свернуть на объектик. Не помню название. В общем, прям недалеко от МКАДа. Какая-то роща, то ли Марина роща, если что-то произошло. Потом описание. Нашел такое занятие. Смотрите, арочка просто. Здание здесь не одно, по всей видимости. Дальше есть еще. Сейчас я траву поберу. Здесь траву все будет. Крапива кругом. Так, сюда не делай. О! Надо копать, что-то рыли. Как не я. Что-то меня зацепило. Горело, видимо, перекрытие. Очень интересно, кстати, вставлено. Современный доделка или нет, непонятно. О! Вот это хит сезона. Сезона прошлогоднего. Это, возможно, дымоход. Вам говорят, что не было у наших предков ни канализации, ничего. Как они? Сезон. В Тульской области где-то я такую же штуку нашел в стене метровой. Я не смог от нее отколоть даже кусочку. Насколько крепкий состав. И получается была технология. Смотрите, как завальцовано. То есть она вставлялась папа в маму или мама в папу. Без всяких серебряных серий. Вот арочка изнутри. Тысяч. Что-то здесь горело. Иду дальше. Все вот так вот. Лапотные ветки провели. Это дымоход, скорее, да. Какого века пока неизвестно, надо будет почитать, что это вообще такое, найти. Вот, в центр форты уже стоял. Видимо, тут заваливалось. Зачем ставить на такую маленькую стену такое укрепление? Она и так больше, чем метр толщиной. Тут одна крапива, короче. А, все ноги умеют перевернуть. Красота. Уже. Продолжение. Сейчас буду туда подбираться.